Ну что, выбрал место за кусок забора. Просто рядом нихуя. Рисую среднего дня. Будет, что будет. Гамаджоба. Speak English, Russia. Russia. Русский. Русский, да. Да. Это ты сам делаешь? В смысле, ну... То есть краски это все твое? Все мое. Я сейчас еще... Я тебе место столько дам рисовать. Спасибо, но я завтра вечером улетаю.
Охуенный хром польский. Обожаю его. В Питере буду по нему скучать. Мое изобретение — хром смешанный с оранжевым, типа бронзы.
Гамарджоба. Из откуда вы? Санкт-Петербург. А там сейчас холодно, нет снега. Там сейчас на самом деле примерно так же, как здесь. А когда там белые ночи? Летом. Май. Летом, ну май, июнь. Вы специально приехали, чтобы это рисовать или просто? Ну вообще да, я люблю Тбилиси именно за то, что здесь здорово рисовать. Дай Бог вам здоровья. И что вы хотите сейчас нарисовать здесь? Это, ну, типа, абстрактная композиция. Ага, молодец. Вы талантливый человек, дай Бог вам здоровья. Мадлоба. От вас это будет на память. Да, я тут уже полгорода разрисовал. Грузия всем нравится. Да, Грузия нравится. Грузия хорошая страна. Очень теплая. А, как здорово. У вас золотые руки. Ну, спасибо, но это 15 лет тренировок. И когда собираетесь ехать? Домой завтра еду. Я тут 2 месяца уже, ну вот уже пора домой. 2 месяца, ну это нарисуйте и уедете. Ну завтра уеду вечером. Это у меня последняя краска осталась. Ну сегодня это сделайте. Ну и тоже краски мало осталось. С того, что есть, рисую. Вас как звать? Даня, Даниил. Даниэль, моего внука тоже Даниэль зовут. Даниэль? Даниэль. Я еврей по национальности. Не, здорово. Сейчас иду в синагогу. Молиться. Довод я, Рогорахат. Вас, Шарагорахат. Охар, Багра. Ки. Генасвали, ты, Начоби, Аулахат. Где Шарагорахат? Ай, Агерали, Леванистан, Эфлас. Спасибо. Это же Даниил, это древнееврейское имя. Бог да, мне да, судья. Из Библии взято. Да. Ветхий Завет. А почему вы не переедете в Израиль? Я был 5 раз. Очень дорого квартиры стоит. Да? Жизнь очень дорогая. Здесь у меня хоть свой дом есть. Свой дом есть у меня. Там у меня ничего не будет. Ну вот Израиль маленький, да? Там ничего, там пустыня, там нету нефти, при этом клубника в Питере из Израиля. Как это? Вот Израиль маленький, рядом арабские страны. Израиль всех вообще вот так вот просто. И боятся все его. Поэтому... Израиль, если бы сильный не был, давно бы слопали. Ну да, вот поэтому мне нравится, я уважаю эту страну очень. О, Даниэль, как здорово вы рисуете. С закрытыми глазами. Ну как бы, я 15 лет рисую граффити, вот это вот. Вообще всю жизнь рисую, 15 лет я вот это оттачиваю, это тренировки. У вас все движения уже отработаны. Да, точно. Мышечная память. А там вы где учитесь? Я не учусь, я уже закончил давно. Я вообще на строителе учился, инженер-строитель. Ну, наверное, бы с удовольствием в Грузии остались, нет? Ну, здесь, я не знаю, тут зарабатывать тяжело. В Питере, тяжело, да? Да, в Питере как-то проще зарабатывать. Салами, Рогораха. Ну, Даниэль, будь здоров.
Счастливо, нахвамдис. Счастья, здоровья вам. В Петербурге чемпионат мира был. Был. Ну, кстати, хорошо заработал тогда. Ну, было много работы по граффити, оформлению. А, и вам выгодно было. Да. Ну, будь здоров. Счастливо. Что может увидеть? Возможно, земля круглая. Люди, как видите, вообще не возражают, только за все. Гамар Джоба. Это что значит? Это ничего не значит, это просто абстрактная композиция, игра формы. Ну как этот Кандинский в таком же стиле. Это художество, да? Ты художник? Да? Ну, в общем, да. Типа, я так считаю, что я художник. Художник, конечно, это так. Никто не может рисовать. Это не рисовать.
У вас фирма тут, да, какой-то? Фирма? Да. Не-не-не, я вообще, я турист. Я приехал сюда, ну, я третий раз уже в Грузии. Вот, я приехал сюда на зиму, ну, отдохнуть тут, да. Вот, и перезимовать, отдохнуть, город, ну, и рисовать. Город? Санкт-Петербург. Ага. И это краски ты своими... Да, я за свой счет сюда. Ну, у себя в городе я зарабатываю, я рисую за деньги то, что скажут, вот. 15 лари вот эта краска, это, ну, самое дешевое, что можно вообще придумать. Вот, я бы рад бы там что-то более нарисовать, какие-то портреты, но нужны деньги на краску, нужно как-то вот это все. Короче, это тебе какой-то человек, да, обеспечивает? Нет, никто меня не обеспечивает, я сам себя обеспечиваю. Просто тебе сказали, что надо нарисовать? Нет, сейчас, нет, это я сам решил тут рисовать. Просто делаю для удовольствия, мне нравится этим заниматься. И это у вас работает, да, в Петербурге? Да, в Петербурге. Ага. Ну, они должны дать тебе что-нибудь за такой... Кто? ...услуги. Вот это грузинский власть. А, я ничего от них не жду. Вот. Ну, я никого не спрашивал, в принципе, я пришел и нарисовал здесь просто. И они, ну, как бы хотят, дадут, ну, хорошо, не дадут, переживу без их подачек. Ты курящий? Я не курящий. И что, за сколько деньги даешь за краски? Они под должны тебе подержат под... Я рад, что я просто могу спокойно рисовать, и меня сейчас полиция не забирает. В Питере я такого себе не могу позволить. Если я бы рисовал в таком месте, я бы уже не закончил, меня бы уже увезли в полицию. Поэтому я этому рад просто. А это что значит? Это я же говорю, это ничего не значит, это абстрактная композиция. Ну, как орнамент какой-нибудь, видите, он же ничего не значит. Вот. Ну, красиво. Так и здесь. Красиво, я потому подошел. А то я смотрю, пойду посмотрю. Так что грузинскому правительству спасибо за то, что оно мне не мешает. За такое добрые дела он должен... Ну, а в России меня забирают в полицию за это вообще. Да, запрещают. Да, ну, в России вообще... Зачем, что это контрабанда или что? Ничего, просто потому что это раздражает обычно власть, потому что это сложно контролировать. Но у вас страна достаточно свободная, поэтому как бы нормально. У нас Россия не свободная страна стала совсем. У нас власть это раздражает, потому что это, ну... Thank you very much. Мадлоба. Диди Мадлоба. Здорово.
Всё, до последней капли добиваю. Черт, спи.
машину ставить, а то не фоткаю нормально. Блин. Блять, я не сфоткаю теперь кусок. Бронзовой в бачке не остался чуть-чуть. Я вот этот маленький, там у меня одна трубочка осталась. Вот зеленая могу дать, держите. А это бронзовый нет? Бронзовый, серебро. Серебро. Вот сейчас серебро. А где его пулемет? А, точно, точно. Сейчас ты, вот. Ты. Вот. Тоже мне, художник. Вот там столбочка у меня здесь, я там белье красил. Ага. А зеленый не нужен? Зеленый тоже он нужен. Спасибо. На халяву, сладок. Я бы мог бы, конечно, потыкать зеленого, нахрен с ним пойму к дедушке. Все, кончилось. И хули мне еще целые сутки делать в Тбилиси? Краска кончилась, блять, я все видел, хачапури не лезет, бухать надоело. Че вот мне еще целые сутки тут делать?